Ноябрь 2020. Вторая волна коронавируса в самом разгаре. Но наши медики не сдаются, они уже научились плыть против течения. Заместитель главного врача поликлиники номер 2 Валентина Гапанович, как и весь медицинский персонал, работает в режиме многозадачности. Сама консультирует пациентов, дает указания персоналу, ведет отчетность. Признается, что сейчас никак не обойтись без новых форм работы, которые помогают снизить посещение поликлиники и в то же время решают проблемы пациентов. Введен у нас единый номер телефона, так называемый колл-центр, по любым вопросам, связанным с инфекцией COVID-19, с заболеваемостью острой респираторной инфекцией в данное время. На стендах у нас расположены телефоны заведующих терапевтическими отделениями, у нас их 3, с указанием телефонов кабинета и мобильных телефонов. То есть любой пациент нашей поликлиники может обратиться напрямую к заведующей своего терапевтического отделения и заказать, так скажем, тот документ, который ему на данный момент нужен. Или это рецепт льготный, или это электронный рецепт за полную стоимость дистанционно, или, допустим, выписка из медицинских документов. Активно нам помогают студенты медицинского колледжа в доставке рецептов. В ноябре увеличилось количество зарегистрированных случаев заболевания пневмонией. На текущий момент это 134 пациента по поликлинике. Но вместе с тем есть и положительная динамика по выздоровлению. Медработники поликлиники говорят, что на настоящий момент не достигнут пик заболеваемости июля. Чтобы лишний раз не подвергать свое здоровье опасности, Валентина Гапанович рекомендует оформить электронный рецепт. Но данное правило действует только в том случае, если аналогичный препарат был выписан вам врачом в последние 6 месяцев. Для выписки электронного рецепта дистанционно обязательно необходимо иметь в наличии так называемую идентификационную пластиковую карту «Электронный рецепт». Она выдается в поликлинике по месту жительства, по месту обслуживания. В данном случае у нас можно получить ее в доврачебном кабинете, можно получить ее на приеме любого врача общей практики, любого врача-терапевта. Для этого необходимо паспорт иметь с собой и заполняется информированное согласие. Эта карта позволяет вам, не посещая поликлиники, выписать рецепт за полную стоимость, если вам данное лекарство, данный препарат рекомендовал врач после осмотра, ну, в течение полугода. Помимо того, что можно выписать в электронном виде лекарства, которое врач уже назначал ранее, по предъявлению зеленой карточки пациент сможет получить скидку в сети аптек «Фармация». У вас есть такая карточка, которая позволяет выписать электронный рецепт? Ну, конечно, есть. Зеленая карта, конечно, которая предоставляет скидки для пациентов на белорусские препараты, ну и на импортные в том числе. Удобно? Да, достаточно удобно, поэтому большой перечень препаратов можно получить со скидкой. Никто не может назвать день и час, когда мы сможем почувствовать себя в безопасности от коронавирусной инфекции. Но сделать все возможное, чтобы помочь пациентам, уже заболевшим, и предотвратить распространение COVID-19, поможет наша с вами ответственность.